Привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроз. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Бравл Старс. Здесь вышло обновление, добавили новый сезон. Новый сезон, который называется Банда Золотой Руки. Добавили также нового бойца, которого зовут... Сейчас посмотрим. Белль. Вот такая вот интересная девушка. Или даже бабулька, я не знаю, сколько ей лет. Ну, у нее такие вот белые волосы, но по голосу вроде бы... Вроде бы молодая, не знаю. Ну что, ребят, мы сейчас будем открывать сундуки. Будем надеяться на самое лучшее. У нас уже Байрон доступен, он мифический. Он и так был доступен, но, к сожалению, не выпадал мне. Ну и также генерал Гавс, который у меня уже есть на одном аккаунте. На втором у меня его нет, на основном точнее. Ну что, ребят, поехали открывать потихоньку, помаленьку. Прошлый сезон, вот тут у меня остался несколько наград. И мы, наверное, заберем сейчас мегаящичек. Начнем с пути к славе, но для начала давайте я вам шансики покажу. Тут также добавили какие-то скины. Вот скоро будет шериф Гавс. Тоже интересно. Так, и шансы на выпадение. На мифического 0.26, на легендарного 0.08. Звездная сила 1%, гаджет 2%. Хорошо. Поехали открывать. Начнем с пути к славе. Сразу же мегаящичек забадёхаем. Начинаем открывать наш мегаящичек. Бац. 5 предметов. Ну, ничего страшного, как говорится. А пенни, спраут, нам главное побольше, побольше наград, чтобы нам выпало из этих сундуков как можно больше. Начинаем открывать большой сундучок. Так, большой, большой сундук. 59 монет, 2 предмета. Здесь, конечно же, ничего. Маленький ящик. Открываем. Здесь у нас тоже ничего. Пусто. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкусики, писать комментарии, ребят. Для меня это очень важно, конечно же. Так, 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 так. 64. Тоже ничего. 8B тут еще прокачка. Хорошенькая, хорошенькая прокачка нам выпадает. Это, конечно же, хорошо. ПМ, мистер Пи. Большой ящичек. Открываем. 70 монет. Много-много-много-многоватенько. Так, еще 50 мы заберем. У меня гемок как раз-таки хватает на новый сезон, поэтому я, наверное, на основном буду покупать новый сезон вот этот вот. Я последний, который покупал, это Лу. Ого, 130 бабла. Вы посмотрите, какое богатство. Какое нам богатство выпадает. Дальше. Маленький сундук. Тоже ничего. Тоже ничего. Так, ну, конечно же, хотелось бы сегодня нового бойца выбить, потому что мне на аккаунте очень давно не падали новые бойцы, и было бы очень приятненько, если бы нам выпал какой-то новенький боец, потому что очень печально. Я коплю тут сундуки, играю. О, они выпадают. Так, 6 предметов. Открываем, открываем. Ага, звездная сила. На вольта. Хорошо, тоже хорошо, тоже прекрасно. А, вот. Хотелось бы, конечно же, Байрона. Байрона мне, конечно же, хотелось бы больше всего. Но если бы выпал какой-то другой боец, было бы просто... Просто хорошо и великолепно. Так, открываем дальше. Большой сундучочек. Бац. 95 монет. Очень много, очень много. Так, большой ящик. Еще один. Бац. 30 монет, и это гаджет, гаджет на Нани, тоже какой-то новенький, я его не помню, честно говоря. Дальше сундучочек маленький, да, удаленький. Так, вот это еще выпадает нам интересненько, большой ящичек. Так, большой, открываем. 72 монеты, и здесь у нас тоже пусто, к сожалению. 50. Вот мне последний боец, который выпадал по редкости, кроме хроматических, это был Ворон. И, возможно, сейчас все шансы, которые были на Ворона, они окупаются. То есть, они мне дали Легу, и после Леги уже ничего не выпадает. Потому что Лего слишком жирно, как говорится, такой жир-жирок. Они уже после Леги немножечко мне шансы урезали, конечно же. 5 предметов. Так, 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 так. Что-то не то. Что-то не то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давайте. Ну что же вы? Не надо меня печалить. Ну, еще, возможно, что-то на блюдечке нам выкатится. Так.
Так, большой. 83 монеты. И еще одна звездная сила. Хоумран на Биби. Тоже хорошо, тоже. Вот эти вот все звездные силы, эти гаджеты, они нам повыпадают все. И останутся только бойцы. Уже потом как раз таки этих бойцов мы будем выбивать потихоньку. Так. Вот у нас идет вся прокачка. Так, 50. На кого же мы потратим? У нас уже есть спайк, у нас уже есть вольт максимально прокачанные. Кого бы я хотел еще прокачать? Так это Лу. Потому что когда я его покупал, брал пас, то я немножечко не рассчитал и все на ворона потратил. Это было немножечко печальненько. Так, еще ящичек маленький. Еще маленький ящичек. Большой. Большой. Хорошенький. Так. Мега-ящик давайте попробуем. Мега-ящик. Бац. 5 предметов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж такое? Ну ничего. Так, еще большой. Вот вы сейчас лайк поставите, и вот сейчас что-то выкатится на блюдечке, я чувствую. Ого, 101 монета выкатилась нам, ребят, на блюдечке. Еще 100 монет. Ящичек маленький. Так. Хорошо. 50 очков мы забираем на Лу. Или на Гейла. Давайте что-то Гейла прокачаем, а то что-то у нас совсем не прокачанный. Мы его немножечко качканем, чтобы он у нас был хорошим таким старичком умелым. Так, большой ящик. Ать. 51 монета. Ай-я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 й. Еще сыпятся нам. Давайте мы же шансы посмотрим. Что-то как-то совсем не очень. Не очень. Но шансы на Легу возросли, ребят. 0,09. Это уже хорошо, это прекрасно. С каждой новой открытой наградой нам падает все больше и больше хороших шансиков на Легу. Так. Еще мегаящичек. 5 предметов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж такое, То ли у меня настроения нету, то ли что-то с игрой, то ли что-то с моими шансами. Так, хорошо. 75 мы потратим. На Лу. Лу-лу-лу-лу-лу. Прокачаем его немножко, чтобы он у нас был тоже прокачанный, потому что у меня даже на него скин имеется. Очень хороший. Так, мега-ящичек. Мега-мега-ящик. Мега-ящик. 5 предметов. Ай-яй-яй, ну что ж такое? Не везет, так не везет. Что-то совсем не то. Уже мы 46 открыли. А нам ничего толкового не падает. Кроме гаджетов и кроме звездных сил. Так. Ать, немножечко задержали этот ящичек на удачу. Но что-то не выпадает. Еще 200 монет. Хорошо, прекрасно. Большой ящик. 50. Вот так я тыкаю. Прям уже устал я тыкать по экрану. Так, давайте мы бросим на Гейла. Или на кого? Да, на Гейла пусть будет. Гейл, дорогой, получай ты очки с собой. Так, опа. 5 предметов. Да что такое? Ё-моё. Ничего так. Угу. Большой, ну пожалуйста. Суперсейл. Давайте что-то мне приятное. Потому что я очень давно не выбивал новых бойцов. Давайте. Ну, 42. Ах ты! Ну, звездную силу мне подкидывает. Ну, хоть хорошо, что хоть что-то еще выпало. Потому что если бы ничего не выпадало, то это было бы печально. Ну, давайте. Ну, пожалуйста, ну, суперсейл. Услышьте меня, мои молитвы. Пожалуйста. Мегаящик. Не подведи. 6 предметов. Сейчас увидим, ребята. Мегаящик. Ах ты, гаджеты подсыпают. Засыпают. Ну давайте, засыпайте. Засыпайте дальше. Что ж такое? Ну я такое еще никогда не видел.
Очень мне давно не падало, конечно, но что уже поделать? Ничего не сделаешь, раз такие шансы, нужно забирать то, что есть. Так, еще маленький. Пожалуйста, суперсел. Суперсел, пожалуйста, я вас прошу, умоляю. Умоляю. Может, нужно выпрашивать? Прошу вас, суперсел, пожалуйста. Дайте мне хотя бы генерала Гавса, который у меня уже есть на другом аккаунте. Дайте мне хотя бы такого. Ну, я вас прошу, хоть что-то уже подсыпьте. Ай-яй-яй. Не слышат меня, не слышат. Они, наверное, попрошаек не любят. Ну, ничего. Мы уже... Давайте я сейчас не буду просить. Суперсел, вот сейчас что выкатится, пусть выкатывается. Мне вообще... Пусть выпадает что угодно, что хотите, все. Пусть выпадает что угодно, я уже выпрашивать не буду. Так, поэтому все, открываем. Просто открываем. Вот. Ну, очки силы падают, это хорошо. Так, эти 100 очков силы я потрачу. Я потрачу на кого... Так, где мой ворон там? Где мой ворон? Ого, а ворон уже, смотри, какой прокачанный. 550. Интересный такой чебурек. Угу. Тогда на Леона, да? Давай на Леона. Леончик. Получай очки. Получай очки, дорогушка. Мегаящик сходу открываем. 5 предметов. Но зато смотрите, как сияют монеты. Чудесненько. Просто чудесненько. Так, еще 200 удвоителей. Большой ящик. Бум. 50. 55 монет. Ну окей, еще 500 монетушек. Еще мегаящик. У нас остается всего 3 награды. Последний на сегодня мегаящик. Последняя награда. 6 предметов. Ну, смотрим, ребят. Смотрим. Что из этого получится? Гаджет из этого получится. Последнее. Ура! Вот как раз-таки последний мегаящик. И тут нам выпал гаджет. Последнее. Ура! Натика. Ну, хорошо. Хорошо, ребят. Я доволен открытием, в принципе. Нам повыпадало хорошеньких таких гаджетов посыпало нам. Но эти очки силы я, конечно же, хочу потратить, я думаю, на Леона. Пусть Леон получает себе очки. Еще нам плюс монет. Очень много монет нам подкинули. И значки тыц-тыц-тыц. Вот такие вот интересные значки нам выпали. Хорошо. Давайте же мы будем смотреть, что из этого получилось. А из этого у нас очень много хорошего получилось. Вот сколько хорошего. Начнем улучшать из конца. За 800. Во, 8-го уже левела. Ну, я, в принципе, доволен своим основным аккаунтом, потому что смотрите, сколько всего хорошего нам повыпадало. Давайте Гейла также прокачаем за 800. Вот, 8-й у нас уже. И мы уже до пассивки прокачали моего Леона, моего самого любименького, хорошенького Леончика. И также мы сейчас до пассивки докачаем и Ворона. Вот он уже и 9-й силой ворон. У меня теперь с пассивкой могут быть и леги. И даже спраута мы докачаем сейчас. Очень мне хочется также до пассивки. Вау, вы просто видите, как мой аккаунт уже улучшается на глазах. Ну и последний, кого мы сегодня прокачаем до пассивки, это будет мистер Пи. Вау, 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 вау. Ай, мама, ой, мама, вы посмотрите, какая красота. Ну еще давайте Мортиса качканем немного, что-то он у меня вообще дрыщ какой-то. Ага, и гаджет можно. Так, что еще, что еще, что еще, что еще? Ну, в принципе, ничего. Что-то у нас тут также интересненького. Там еще на Фрэнка, по-моему, на Брока падали разные интересные стикеры. И на Шелли, что ли, или на Ниту, я уже не помню. На Ниту, во, на Ниту нам выпал. Давай вот такой вот, мы ее занем. Хорошо, давайте хотя бы шансы посмотрим. Я надеюсь, что шансы хотя бы хоть чуть-чуть увеличились нам. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, на Легу 0.11. Не 0.0 с чем-то, а 0.11. Это очень улетно, это очень круто, ребят. И я уже начинаю стартовать, я уже начинаю проходить квесты, чтобы докопить этот сезон до конца и купить вот эту вот красивенькую Бель, или как ее зовут, да? Бель, по-моему, зовут. Бель. Давайте мы еще напоследочке ее испытаем. Посмотрим, что это за боец и с чем ее едят. Вот так вот, да. У нее очень мало хп, я вам скажу.
Атака, давайте мы для начала просто посмотрим на ее атака. Что-то она не влезает в это самое. Давайте вот так вот. Ага, то есть у нее отбрасывается. Ну давай. Или не отбрасывается. А если я промахнусь, например? Что-то непонятное. Ну давай. Какая у нее ульта, а? Ага. И она наносит бешеный урон. Смотрите, так-то она наносит 1010, а вот так вот она наносит аж по 1400 с чем-то. Это очень крутой боец. Мы выходим. Такая вот интересная. Да, она грабительница. Она такая вот грабительница с золотой рукой даже. Ничего себе. Такая, можно сказать, бабёшка интересная. Вот такая вот интересная бабёшка. Ну что, ребят, мы на этом заканчиваем. Вот такое вот было открытие на аккаунте основном. Я доволен открытием. Шансы повысились. Все прекрасно. Это значит, что будут новые бойцы. Хоть и не скоро, но будут, ребят, на этом все. Всем удачи, всем пока-пока.